добром делать? Ну как что? Золото можно продать. Вот тебе же деньги нужны. Вот. Легко сказать. Это же шлих. Его в скупку не отнесешь. Ладно бы слитки, монеты, лом ювелирный. А это можно только барыгам продавать за полцены, да и то, если они на контору не стучат. А то сдадут нас, как Бобиков. Куда сдадут? В ментовку, Анечка. Или в контору. В какую контору? Контора — это то же самое, что и ментовка, только покруче. ФСБ называется. А у меня ведь даже и знакомых-то таких нет. Хотя есть один.